Пластун. Объявляем чрезвычайное положение. Нашим агентам-провокаторам стало известно, что Яна Рудковская обнаружила в себе очередные, доселе скрытые от глаз народа таланты. Караул, что же будет? Врач-косметолог, продюсер и бизнес-вумен Яна Рудковская открыла в себе очередной талант. Теперь она еще и писатель. Звезды, которые первыми оценили дебютную книгу Яны, не остались равнодушными. Люди, которые уже прочитали ее, позвонили мне и говорили: «Ты знаешь, ты виновата в том, что я не выспался, потому что я не мог оторваться. Я опоздал на работу», звонит мне еще один друг. Дима звонил, но, знаете, он плакал. В одной из там заключительных страниц рассказывается, насколько было трудно действительно вырваться, и как мы проходили все эти сложности. Я как вспомнил это, действительно, я не мог не прослезиться. А за кулисами отечественного шоу-биза Рудковская писала, как только выпадала свободная минута. Книга писалась и в самолетах, и в автобусах, и в поездах. Я сожалею, что я написал свои книги, не до конца открыл истории, не до конца открыл секретов, немножко побоялся. Менеджмент его посмотрел и сказал: «Ой, вот это уберите, те обидятся. Вот эти уберите, другие обидятся. Вот этот тот обидится». Как можно про такого человека такое сказать? Нельзя, уберите. И книжка стала обыденной, хорошей, но изюминка потерялась. Зато Яна твердо решила открыть глаза народу на скользкий мир гламура и рассказать правду. У самых правильных и честных представителей шоу-биза Плющенко и Рудковской уже начали появляться последователи. Лет в 50, наверное, напишу какую-нибудь книгу, если будет о чем...